Представляю вашему вниманию смартфон-долгожитель Nokia E5. Аппарат был куплен в ломбарде в 2012 году и, собственно, пользуюсь им до сих пор. Расскажу кратко о нем. Операционная система Symbian 9.3, процессор 600 МГц, камера 5 мегапикселей, аккумулятор 1200 мАч. В принципе, если просто он будет лежать на столе и очень редко им пользоваться, то пролежит где-то дней 5, а при активном использовании хватает дня на 2. Собственно, почему этот аппарат актуален до сих пор? Можно пользоваться и интернетом активно, правда, надо установить какой-нибудь сторонний браузер, поскольку встроенный уже, к сожалению, не поддерживает современные кодировки сайтов. Также следует отметить, что, в принципе, здесь довольно хороший экран, неплохая для своих задач камера. Также, конечно, радует наличие Wi-Fi модуля, с помощью которого можно активно пользоваться интернетом, не расходуя телефонный трафик. Но что для меня важно, как для незрячего пользователя, это, конечно же, возможность поставить программное обеспечение, которое позволит мне пользоваться данным аппаратом в полной мере. 17:38. Вот могу время, к примеру, узнать. В целом хороший аппарат. Рекомендую всем, кому еще дороги смартфоны Nokia. Ищите в разных магазинах. На Алиэкспрессе наверняка есть. И, конечно же, не забывайте про Авито. Наверняка кто-то, возможно, его продает. Также радует QWERTY-клавиатура. Писать очень удобно. То есть кнопки довольно крупненькие. Ну и в целом все. Спасибо за просмотр. Делитесь, ставьте лайки.